Около 10 утра в субботу, 27 октября, прозвучали выстрелы в синагоге города Питтсбурга, штат Пенсильвания. 11 человек погибло и 6 получили ранения, в том числе 4 офицера полиции. Преступник сдался после полученного ранения. Им оказался 46-летний мужчина, вооруженный автоматом и 3 пистолетами. В процессе общения с полицией он неоднократно повторял: «Все евреи должны умереть». Ему выдвинуто обвинение в убийстве по 11 пунктам, убийстве людей из-за их религиозных убеждений. По каждому из этих обвинений выше меры наказания – смертная казнь. Погибшие в результате стрельбы 97-летняя Роуз Маллингер и супружеская пара 84-летняя Бернис и 86-летний Силван Саймон были свидетелями катастрофы еврейского народа времен Второй мировой войны. Это было первым, что я увидел, и я подумал: черт побери, опять? Уже в субботу днем большая очередь выстроилась в музей Холокоста в Вашингтоне. Как американская еврейка, я очень расстроена и выражаю соболезнования всем пострадавшим. Во многих крупных городах США в тот же день прошли спонтанные церемонии памяти жертв стрельбы в синагоге «Дерево жизни».